На помост приглашается Марианна Гаспарян. Марианна Гаспарян, Казахстан, город Тараз, 27 лет, чемпионка Эльмира, обладательница рекорда становой тяги. Встречайте, Марианна Гаспарян! На помосте Марианна Гаспарян. Поддержали, друзья! Поддержали! Вес защита. Лид легко справляется с весом Марианны и заслуживает ваших бурных аплодисментов. Итак, на помост приглашается спортсменка из России, город Москва. Мастер спорта международного класса IBF. Встречаем Мария Панферова. И это будет попытка установления не только мирового рекорда, но также all-time рекорда в приседе в весовой категории 75 килограмм. Поддержим спортсменку. All-time 230. Мария tries to set a world record. Друзья, я не слышу вас. Ей нужна поддержка. Нам нужна поддержка, друзья. Давай! И веса! Вес штанги 242,5 килограмма. На помост приглашается спортсменка из России, город Пенза. Абсолютная чемпионка АВПЦ, друзья, чемпионка мира IPF. Встречаем Ирина Ярошенко. Ирина Ярошенко, аплодисменты, друзья. Ну а что так слабо? Где ваша поддержка? Я не слышу! Давай, давай, давай! Ждем оценки судей! И вес защита! Вот это присед, вот это глубина, вот это досед, друзья! Ирина Ярошенко! Вес штанги 400 килограммов! На помост приглашается Иван Подрез, Севастополь, Россия! Вес готов. Вес штанги 400 килограммов. На помост приглашается Фемис Лавриадидис, Россия. Встречайте. И это будет попытка установления мирового рекорда в приседе весовой категории до 140 килограмм. Фемис Лавриадидис, Россия, город Киров. Ему 31 год. Начал заниматься пауэрлифтингом с 15 лет. Поддержали атлета!
уверенно справляются с весом. Очень легко, с большим запасом. Встает Фемис и заслуживает ваши бурные аплодисменты. Вес готов. Вес штанги 400 килограммов. На помост приглашается Станислав Шевецов, Россия, город Волгоград. Собственный вес Станислава 124 килограмма. Ему 28 лет, друзья. Ему очень сильно нужна ваша поддержка и бурные аплодисменты. Поддержали Станислава. Легко справляется с весом. Вес штанги 415 килограммов. На помост приглашается Филипп Обухов. Филипп Обухов, встречайте! 415 килограммов. Справляется с весом Филипп. Аплодисменты. На помост приглашается Юлия Шинкаренко, Украина. Встречаем. Юлия справляется и устанавливает новый мировой рекорд, друзья. Аплодисменты! На помост приглашается Станислав Шевецов, Россия, город Волгоград! Станислав Шевецов, from Russia, Волгоград. Welcome to the platform! Станислав. Итак, друзья, сейчас будет попытка установления нового мирового рекорда в жиме лежа в пауэрлифтинге. На понос приглашается Кирилл Сарычев, Россия, город Москва. Попытка обновить мировой рекорд в весовой категории свыше 140 килограмм в пауэрлифтинге. Поддержали Кирилла, друзья, я не слышу поддержки. Вы там уснули, зал. 320 килограммов вес штанги. 320.
Чехия сегодня бьет рекорды. На вынос приглашается Галина Абрамова, Россия! Друзья, если Галина справляется с этим весом, это будет новый all-time рекорд становой тяги. Поэтому ей очень нужна ваша поддержка и ваши бурные аплодисменты. Давай, давай! И она делает это! Приглашается Ирина Ярошенко, Россия. Друзья, если Ирина справляется с этим весом, она бьет новый мировой рекорд, друзья. Устанавливает новый мировой рекорд в пауэрлифтинге и в становой тяге. Поддержали Ирину! Идет! И она делает это! Вопрос приглашается... Кен Райс, Сидней, Австралия! На вынос приглашается Эмис Лабрионидис, Россия! Два с половиной килограмма для Кирилла Сарычева. Вес готов. На вынос приглашается Кирилл Сарычев. Россия, встречайте! Вес штанги 402 с половиной килограмма. Друзья, поддержите Кирилла. Ему нужна ваша поддержка и бурные аплодисменты. Россия, Москва! Россия бьет рекорды сегодня, друзья! Ваши бурные аплодисменты Кириллу не смолкают!